Всем привет, меня зовут Надежда Шмафин, мы продолжаем «Проклятый мост». Нам нужно сколлекционировать какие-то видеодоказательства. Кар-кар. Так, это фотик. А как мне фоткать фотиком? Может, он сам это делает? Варону, сфоткай. А, нет. Вот штатив еще есть. Они все забыли. У, суки, уроды. Что, сюда поставить? А, нет, это талисман. Это мой талисман. Почему он тут? Непонятно. Ру обещал, что он оставит его для меня. Что за лжец? Они должны быть вообще это... Время им отомстить. Дать им по башке. Охреневшая тварь. Брось ли меня здесь. Почему туман сгущается? Так темно. Мне тяжело видеть. В школе нужно больше фонарей. Это факт. Нужно больше фонарей. О, призрак. Очередной. Новый, старый. Эй, уже стрим закончился. Ты можешь прекратить. Так близко. Ты типа моя фанатка? Не подходи поближе. Ты чё хочешь? Я же тебе сказал, что стрим закончился. А, ты такая-то другая. Она меня порезала. А нет, ты такая же, все, я тебя видела. Подожди, но если это та, которая призрак... Ой. То почему... Она человек или призрак? Скажи что-нибудь. Прекрати меня преследовать, или все это пранк. Неважно что. Неважно чего. Я очень хорошо себя чувствую. Ой, ё-моё. Я заблудилась. Блядство. Ах ты, сука! Я неправильно повернула. Я забыла, что хотела сказать, она меня сбила. Но она медленная. Кто была первая девка-то в итоге? Манекен. Это какой-то, ну, типа, призрак со мной сейчас гонится. А там марионетка, она кто вообще? Ты чё остановился, дурак что ли? Так, сюда не бежим. Я туда же и прибежала. А, нет, все правильно, я бежала в первый раз, просто мне нужно было повернуть в другую сторону. Нет, что она меня поймала, почему? Типа, мне нужно было в туалете посидеть? Но она тоже, у нее такие эти, удобные волосы. Может, давайте посидеть? Она меня потеряет. Да хорош ты ныть, задолбал.
Туалет? А как я знаю, рядом она нет. Что-то грустное написано на туалете. Кто-то плачет. Сейчас прям на нее и выбегу. Нет? Нет, все хорошо. Сейчас он скажет, без видеодоказательств не хочу идти. Нет, пошел. Не дурак. Так, поищи кого-нибудь в общежитии для помощи. А она прям сюда за мной. А где тут туалетов-то нету? Снова? Ты что так думаешь, что за дрянь? Почему общага так далеко? А главный вход также перекрыт? Перекрыт. Да беги ты ж, господи. Так, прибежал. Опа. Еще бы знать, что это значит. Да вы издеваетесь. Нет, это должно быть какая-то шутка. Ругается. Слышите, сволочи, где вы? Так, найти этих тварей. Это что, мне в подвал? Кто-то же должен пойти в подвал. В подвале кого-то держат? Запечатали там все. Это нормально в общежитии держать призраков? Хотя я не знаю, может, у них там в Корее, во Вьетнаме, где все происходит. Только так все и работает. Никого нет. Почему здесь никого нет? Что случилось? А, закрыли меня. Ой, только не ты снова. Это кто? Это чья? Ах ты, сучка. Малолетняя. Что? Ладно, прощай. А-а-а, ну ничего себе. Внезапность. А платье мне надеть? Для полноты картины. Никого нет дома. В смысле? Что случилось? Ох уж это, никого нет дома, что-то случается. О! Саня! Так, сертификат. Она не верит в вечную любовь, но она верит, что он не отпустит ее руку, когда они вместе. Подарочек. Хэппи бёздэй. Ой, напугалась мужика. О, чипсоны. О, кто-то жрать. У кого-то день рождения, кто-то жрать. Мне надо что-то делать. Она верит, что однажды она покажет другим эту картинку и скажет им, что знает, что они вместе. Понятно. Я напугался до смерти. Стоит ли брать? Ну возьми уже, чё. Здрасте. Четвертый этаж. На четвертый этаж. А что на четвертом этаже? Ну что-то. Там все. Стоит ли мне пойти? У меня плохое предчувствие. Пойти на четвертый этаж. Сейчас пойду. Там опять пиздюк будет нападать.
Он все еще летает там, радостный. А, здравствуй. А, вы все здесь. Ты в порядке? Я только что бежала от призрака. Тебе стоит быть осторожней. Что-то не так. Как ты смеешь так поступать прямо со мной на моих глазах? О чем ты говоришь? Подожди тут. Чё? А, понятно, это любовный треугольник. Слышишь? Почему ты тут? Не играй в себя глупую, ты же сама позвала. Позвала меня четвертый этаж. Не оставляйте меня тут, охреневшие твари. В общем, ситуация какая? Тот мальчик встречался с первой девочкой, которую мы видели, самую-самую первую. А их тут нет всех. Сан убежал. Что, блин, происходит? Забудь. Я просто ему позвоню. Но сигнал слабый. Они встречались, походу. Потом он бросил ее и начал встречаться с вот этой очкастой. А та поехала кукухой, и теперь все тут идет по пизде. Логично, логично. Я тоже пью какие-то таблетки. А, нет, это подожди. Это той девки, которая с башкой проблемы, да? Правильно? Чирлидерша баскетбольной команды висит у них. Странно, это вроде девчачья комната, нет? Экзамены, чипсы. Да, это мужская комната. Фиг его знает. Не знаю. Так, мне что нужно сделать? Найти место с сильным сигналом, чтобы позвонить. А что, туалеты заколочены? Неожиданный поворот. А, ну вон там. А, второй этаж всегда был такой грязный. Это верно. Так, надо повыше пойти. Нет, надо пониже пойти. Как интересно. Это что? Стирка. Где ты ходишь? Ничего, я только что видел Синьчжао. Она нас видела. Я пошел за ней же, чтобы... Но не нашел ее так. Странно. Вин Яо сказал, что видел призрака. Это шутка? Я прекращу. Где ты? Я пойду тебя искать. Оставься с Вин Яо. Это там безопасно. Мы все еще на мосту. Я забыл что-то там... Пауэрбанк. Встретимся позже, пока. Чё? Что, блин, происходит? Все ведут себя странно. Найти Вэн Яо... Где-то он это... Тот дурачок где-то завалился. А подожди мне. А, нет. Вряд ли он на втором этаже, правда? Или на втором? Вэн Яо! Ты где, сука? А в какой он комнате? Да хрен его знает. Увлекательно. Лотерейный билет. Лотерейный. О, где-то рядом. Так, где ты там, сука, пиздишь? Ты чё, дурак? О. О, красавчик. Ну что ты там ноешь? Слышишь? Заткнись. Ты что тут делаешь? Если ты не хочешь меня видеть, я просто уйду. Не-не-не, не бросай меня. Я надеюсь, что ты не видела, что я видел. Ты знаешь, я тебе не вру, пожалуйста, поверь мне. Смотри. Что случилось?
Она была с тобой, но повернулась. Кто-то мне сказал, что-то ужасное случилось 5 лет назад на мосту. Мы прокляты. Прекрати реветь. Я же говорил, что не надо там играться. Почему мы ничего не, мы не послушали? Пойдем найдем Циан. Она должна быть в классруме. Так что мы пойдем подождем там. Но мне Циан только сказал, что он пойдет на мост. Подожди, там что-то хотел посмотреть. Что-то интересное было. Пароль. Не могу зайти. Этот, между прочим, твой компьютер, да? Ладно, пойдем, идиот. Идиотик. Это можешь меня пропустить первую? Твой, это твой логин, да? Ты что, там уже все посмотрела? Я слышала много слухов с этого никнейма. Что за дерьмо? Что? А, да, я там была. Это типа стиралка у них тут. Когда у нас дармитория стала вся такая засранная? Когда я заходила в первый раз, она была нормальной. Так, надо... Что ты хочешь сказать? Возможно, он сказал мне о том, что известны легенды, когда он был здесь новичком. О желтых англеров в озере и темных фигурах в лесу. Это было популярно в школе. Он сказал мне о том, что какие-то великие секреты школы скрыты за знаком, который никогда не сломается. Я слышала о том, что что-то там, где-то там... Но разве ты не хочешь узнать правду? Мне кажется, мы уже узнавались. Правды по самой не могу. Опа. А, добро пожаловать в университет. Ну, хорош там трындеть. Так. Циан, Циан. Отойди. Но не наверняка на втором этаже, потому что лестница открыта. Если бы ей там туда не надо было, она была бы закрыта. Что, блин, происходит? Опять какие-то волосы. Почему они тут? Хороший вопрос. Вы же азиаты, вы никогда это засоры не очищаете, у вас все в волосах. Вообще все. О. Пойдемте это. Давайте тут подождем. Астан, все будет хорошо, я боюсь. Не глупи. Эй, слышь? Не паникуй. Куда она? Это кто? Я ищу тебя. Написано там. А зачем мы это транслируем? Подожди-ка. Почему Ксинжао выглядит так страшно? Он реально меня пугает. Ты куда? В следующую комнату, чтобы успокоиться. Ты что, дурак? Где ты, сука? Что происходит? Это знак сломан. Ты пытаешься что-то там... Кого-кого, чего? Выглядит очень круто для студента. Я потерял свой талисман. А ты что? А я нашла топор. Молоток. Хаммер. When you new discovery. Лау. А, нужен молоток. Она так и сказала, чтобы сломать эту хрень. А зачем? Можно кубком сломать. Ой, только не говори, что молоток нужно будет искать везде. А нет, он тут. К счастью, мы же типа адвокаты. Все, ломаем. Такую хрен не поняла. Ты сломала. Что это?
Оба фортуна и несчастье следуют мечом. Это меч? Кто оставил что-то такое здесь? Я думаю, что мы можем это взять. Пойдем посмотрим в охране на камеры. Я надеюсь, что мы других найдем. Надеюсь и надеюсь. Так, блин, я забыла, где лестница. Ага, меня перекрыли. Не, подожди, меня не перекрыли. Там просто надо обойти с другой стороны через кабинет. А тут что? Тут мусорные бачки. Странно, у вас так много мусорных бачков. Я думала, что все-таки азиатский университет выглядит чуть-чуть поприличней. А тут все как-то засрано. Грустно. Так, нужно security, охрана, камеры посмотреть. Ё-моё. Где лестница? Это точно на первом этаже. Логично же. Это что? Очередная какая-то хрень. Это что? Что там было? Так, security, security, security. Make fashion. А тут не написано. Странно. School security office. Ну подожди, это же вообще другое здание, нет? О, добрый день. До этого, конечно, там угорели. Мейкап. Начудили мейкапа. На всех манекенов. Так. Ну, мы идем в security office. Проверять камеры. Это через... что? Там, где в этот переход. Там, что ли, security office? Так, security office. Блин, я заблудилась уже тут нахрен. Это вроде туда далеко. Они говорили, звали Цан с тех пор, как мы вошли в общежитие. Заткнись нахрен, не смешно вообще. Не будь тупой. Я просто хочу разобраться, что у вас там это. Это же все наша дружба. Я пошла в публику. Но это было... История с Синджао. Я умею держать секреты, ладно? Ну, короче, они от всех держали в тайне, что они там что-то мутят друг с другом. Хотя, не знаю, может, он просто изменял той Синджао. Если он изменял ей, то он тот еще мудень. Мог бы сразу сказать, что типа, мол... Ты мне ни того, ни этого. Я другую себе нашел. Это было бы так же плохо для нее. Она в любом случае с ума сошла. Что такое? Ну, по крайней мере, он поступал бы не как мудак. Что-то тут понаписано. Я же тебе говорил. Что-то там, чего-то там. Это был проклятый мост. Что ты про мост? Заткнись, типа призрак появился не из-за истории о любви, а из-за изнасилования. Надо других найти. Давай проверим записи охраны. Тить ты, конечно, это скукожился тут. Надо этой бумагой. Так, мне нужно проверить камеры. Блин, слишком много английского текста. Оно, конечно, очень интересно. Банановое листво. Чё-чё-чё? Чё ты там спизданул? Сейчас я даже найду, что они там нашли. Какая неприличная картинка из блика. Подожди, а где она? Трипод. Нет, это не то, что мне надо. Во. Блин, это картинки. Это не то, что мне надо. Ага, вот. Трагедия на мосту. Любовь челлендж.
Если пойти в полнолуние на проклятый мост, то увидишь призрак женщины, который, возможно, тебя убьет. Нафига тогда туда идти? Призрак случился из-за ее смерти. Да, оригинальное событие состояло из сексуального насилия над девочкой-студенткой, которое случилось 10 лет назад. К несчастью, ее дело было конфиденциально. И тяжело сказать вообще что-то. Ты что-то нашел? Что это, фокус? Это не какой-то мусор, это экзорцизм Вики. Понимаешь? Посмотри, это экзорцистский нож. Мы всех поубиваем. Это то, что мы находили ранее. Мы можем упокоить души мертвых, используя воду и огонь. И еще что-то насчет экзорцизма. Хрень какая-то. Но таймлайн не сопутствует. Почему это все написано? Кто это отправил? Просто следуй инструкции по книге. Почему я? Потому что ты идиотка. Давай, бери меч и пойдем. Ладно. Оставь нас с вопросами. Если мы сможем изгнать демона, почему это все не случилось раньше? Экзорцизм, если провалится, что случится? Мы можем сделать всю работу с только половиной этого меча. Ой, заткнись. Нас только половина меча, мы должны найти вторую. Отдай мне эту херню. Ну, забирай. Если я успешен, ты меня покормишь, понятно? Я дам тебе адрес самого дорогого ресторана. Понятно? Хорошо. Выебонистый какой. Я помогу тебе, когда всех найду. Так, проверить камеры. Так, и что? Я проверяю камеры, пока не вижу призрака. Нет. Они что-то шляются по общаге? Странно. Призрак там стоит перед ними. А вы не видите, да? Ясно. Возможно, это призрак был за ними? Надо найти Циана и помочь ему. О, мы снова играем за девку. Банановые листья. Слышишь, Ксинджао, что ты хочешь? Давай поговорим. Ржет. И что нам говорить? Поговорить о том, как ты тусишься этой сучкой и обманываешь меня? Ты за дуру меня держишь? Я пытаюсь причину найти с тобой. Наш разрыв, я не согласна. Мы просто друзья. Ты сказал, что всегда будешь любить меня. Я верила тебе. Ты ж была такой миленькая. Я тебя хочу любить, но ты что-то изменилась, башкой поехала, и ты мне не нравишься. Ладно, я не виню тебя. Я нашел твои бумажки. У меня нет симптомов. Я думал, что мы разные, я ошибался. Идите вы оба в ад. Убийца? Чего, она убила подружку, что ли? Башка болит. Циан, помоги. Я не убийца. Пожалуйста, люби меня нежно. Я тебя молю. Только ты можешь мне помочь. Мои чувства давно прошли. Шейнинган? Что? Он, короче, её нахрен послал. И ушел.
Господи. Нет, пожалуйста, не уходи. Не уходи, не уходи. Поймать Цана. Вообще банановые листья. Банановые листья, банановые листья, банановые листья. Она кого убила? Подружку, что ли? А все волосы. Только не говори, что мне придется тут бегать. Я ж не знаю тут маршрута. Почему, почему, почему ты останавливаешь меня? Почему? Потому что нахер он тебе нужен. Найди себе другого. Это все твоя вина. Это все ты виновата. Да, это не моя вина. Не моя. Вряд ли на крыше есть туалеты, правда? А подожди, а ты чё? Подожди, она же меня окружила. Вы должны потрогать деревья больше, чем нужно. Офигеть, ей нужно бегать, трогать деревья. Подожди, а что мне делать-то? А! Подожди, стоп, что? Вот она вообще. Она кукуха едет. Пока. Ючанг, это ты? Это ты, Чичи Янг?